Жители муниципального округа Народный встретились с представителями власти. Глава администрации Невского района лично ответил на вопросы и претензии. Константин Серов заявил, к 1 сентября в Уткиной заводе откроются 2 детских сада и школа с 2 бассейнами. Кроме того, планируется строительство новой поликлиники. Нам выделены помещения для организации врачей общей практики, и оборудование идет. И надеемся, когда появится еще одна поликлиника в Уткиной заводе, многие вопросы с медицинским обслуживанием, они просто перестанут существовать. Жители пожаловались на отсутствие торговых точек в шаговой доступности. Пенсионерам приходится преодолевать большие расстояния, чтобы купить продукты. В магазинах у нас нет. И никто, такое впечатление, что никому это и не интересно. На территории городка не открыть магазин, потому что действительно он не рентабельный. Все, что здесь открывается, к сожалению, оно переходит либо в распивочную, либо еще хуже. Также был поднят вопрос о строительстве новой станции метро после улицы Дыбенко. Однако в ближайшее десятилетие на ее появление рассчитывать не приходится. Строиться пока будут только новые дома.